В Магнитогорске задержан подозреваемый в серии мошенничеств. 39-летнего жителя Краснодарского края арестовали и отправили в СИЗО. По данным следствия, он звонил директорам компании и предлагал выгодно провести праздничное мероприятие. В ходе разговора, как сообщают следователи, он убеждал потерпевших перечислить ему аванс, а потом исчезал. Расследование уголовного дела, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, продолжается. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает в качестве максимальной меры наказания 5 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сколько человек он мог обмануть, сейчас выясняется. Полиция ждет звонков от других пострадавших.